Аллея учительской славы в 12-й школе стала не только украшением этого образовательного учреждения, но и живым напоминанием о тех педагогах, имена которых золотыми буквами вписаны в книгу истории сферы образования муниципалитета. Самое главное, что эта аллея расширяется. Подробности в следующем репортаже. Педагоги-легенды и почетные жители Славянского района, посвятившиеся образованию, их родственники, делегации образовательных организаций, школьники, студенты приняли участие в торжественном мероприятии «Закладки продолжения аллеи учительской славы». Быть хранителями доброй традиции – это, конечно, большая честь для 12-й школы. 2 года назад было принято решение здесь заложить аллею учительской славы. А сегодня такие аллеи вырастут во всех школах Славянского района. В каждой школе есть и педагоги, которых знают, любят, уважают. И зашелестят деревца на аллеях. У всех у нас была первая учительница. И учителя, которые нас окружали. Бывает так, что только повзрослев, ты понимаешь, какое большое значение для тебя имело общение с учителями. И сколь много они дали в этой жизни. Вот сегодня 4 новых имени. Уважаемых людей, спасибо 12-й школе, что вы сберегаете традицию. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко отметил, что аллея учительской славы – предмет гордости для школьников и пожелал им успехов в учебе. Затем наступил самый торжественный момент – посадка деревьев. В высадке деревьев приняли участие как сами виновники торжества, педагоги-легенды, их ближайшие родственники, так и приглашенные гости. Педагог-легенда Валентина Степановна Полыньян благодарна всем, что ее труд так оценили. Она любит свой город и очень рада, что теперь в нем будет ее именное дерево. Зову своих гостей со всей России. Приезжают и все хвалят, какая красота. Я очень благодарна нашим педагогам. Я проработала и прожила уже большую жизнь. Мне 85 лет. И я из них 40 на одном месте проработала постоянно. Благодарю учителей, которые встречались на моем пути. Дерево высадила почетный гражданин Славянского района, директор филиала Кубанского госуниверситета в Славянске на Кубани Ольга Леус. Аллея учительской славы продолжает свое развитие, увековечивая славные имена самых лучших педагогов нашего района. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».